Книга «Открытым оком». Тема «Священство». Том 9, вопрос 2299. Знали ли вы священников, которые проповедовали точно по Библии, видя современные беды? Может ли человек сам накладывать на себя епитимью или пост для борьбы с грехами? Или это должен делать священник? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Знал и счастлив этим. Отец Александр Пивоваров, отец Дмитрий Дудко, отец Александр Мень, отец Геннадий Фаст. Проповедников, священников много, но все ли они говорят о том, что мешает нам расти духовно? Деяния 20:20. Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам? Пусть они ведут прямо по Библии. Филиппийцам 1:27. Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Галатам 2:14. Они не прямо поступают по истине евангельской. Сирахова 9:6. Не укоряй человека, обращающегося от греха. Помни, что все мы находимся под епитимиями. Сам на себя и должен бы накладывать человек, если бы жил по совести. Но как это утеряно, то дано более неточное лекарство – священник. Хорошо иметь советника, но не за каждым же пустяком идти к наставнику. Есть посты, в эти дни и держи более строго. В монастыре довели этот подвиг до полного отречения от своей воли. Писание этого нигде не заповедало. Полезнее быть во многом самостоятельным, прислушиваться к голосу совести и к Писанию. Евангелие от Луки 15:21. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». 1 Коринфянам 15:9. «Ибо я наименьший из апостолов, и не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию». Это тоже наказание, наложенное на себя самим собою. В житиях очень часто на себя сами накладывали епитимию. Бродячие шатохи и шатайки, бездомные сектанты и монахи, резьба сорвется, не уцелеть и гайки, в грязи окажется, кто не имеет страха. Понятие о церкви не померкнет у тех, кто не от семени чужого. Кто по Писанию веру свою сверит, не мучается жаждой и жогой. На рынке есть разменная монеты сектантских суемудрий, своеволий. Спасемся и без церкви, ржут клиенты, чье слово лесть, нет строгости и соли. Достаточно, мол, верить во Христа, сгруппироваться в сом деноминации, осколок стеклышка, в реестре же хрусталь, спроси об истине, начнут переминаться. Любое сборище, ватага суемудрых, провозглашает церковью свой клан, и скачут, маскируясь, сыплют пудру, перевыполняя по крещению план. Ревут на стадионах оголтело, в домах культуры,
во дворцах для зрелищ, пшеница хилая, а плевелы поспели, набилась скороспела в наши щели. Попы, архиереи, патриарх возились с храмами, иконами, мощами, в окуменизме сгинут, превратятся в прах, не проповедовали, в монастырях молчали, не захотели строго по Писанию спасать себя и слушателей многих, считали всех то свиньями, то псами, чтоб не метать им проповедь под ноги. А эти псы зверели и дичали, в монахов превращались и в сектантов. Корабль «Святая Русь» не отчалил, простите, корабль «Русь Святая» не отчалил, чтобы не метать, не отчалил. У пирса остов ржавые останки. 7 июля 2004 год. Игнатий Лапкин.